Привет, друзья, кто сидит и ждет. Здравствуйте, здравствуйте. С нами Сейк в компашке. Он создал эту карту. Он, так сказать, матка-создалица этой карты. У нас уже присутствует сосок, так как он был победителем предыдущей игры. Да, у нас уже есть целые фаны соска. Сосок тащи, конечно. С вами в чате присутствует Pathfinder General. Он будет отсеивать всех еретиков. Да, сжигать их на костре. Давать баны и гладить по головке. Общаться про Хардстоун. Он все это умеет. Проверено. Итак, сейчас тот момент, когда сервер показывает, из чего он сделан. Сердце напряглось уже. Черт. Уже первый человек. Первый. Эвил Гост. Кота. Бридис Крю. Пошли, пошли, ребята. Пошло. Все? Все слоты полны? Итак, пока вы регаетесь, я скажу о призе. Как всегда, он составляет 1000 рублей. Пока что. Но в скором времени он взрастет. Я вас уверяю. И за второе место человек получит игру Don't Starve Together. Together, да. Итак, голодные игры 4 считаются открытыми. И да поможет вам святая гусеница и Джордж Всемогущий. И Гэндальф. И Гэндальф, конечно. Ой, что-то подлагнуло. Вперед! Всё, пошли. Вперед, мои пушистые друзья! Пятачок. Итак. Друзья кинулись с головой в соревнование. Лидер Азриэль. Вот группа. Группа мужиков Дед и Дамир. Да, короче, старые персоны такие. Да, в общем-то, известные. А в это время Азриэль застрял где-то немножко в медах. Ой, неправильно делает Азриэль-то, ой, неправильно. Ну подожди. Ой, сейчас его догнали уже, все. Сосок, все. Вот она, разобрался. Формируется группка. В этот раз, ребята, соревнования не такие сложные. Это же спринт всего лишь. Не, ну, Спасибо Сейку, что он был милостлив к нам. А, да спасибо, но это только потом хардкорный паркур будет. Да, ну ладно. Он поднимается, и он прыгает. И почему-то разбивается. И теперь Азриэль начинает сначала. Кто у нас в лидерской группе? Печкин, Золка-Козолка, Залая, Дамир и Сосок. Ребята разбиваются почему-то. Случается, потому что. Опа, один попал. Кто лидер? Как его зовут? Скажите, как его зовут? Бу! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ра! Та-та-та-та-та-тино! Во-во, слишком круто. Слишком легко? Да нет. Ой, попал, слушай, смотри, с первого раза везде попадают. Дед, Дамир, дед. Дамир мастер по попаданию в дырочку. В дырочку, ты просто хорош, Дамирчик. В отверстие даже. Так, дальше они забираются на высокую полосатую гору и прыгают. И что же там? Кенни, не умирай, да. Где они тут не умрут? Ну да. Здесь у них хорошие перспективы, все сладко. Все медово! Большой. О, смотри, у нас Гсав тут есть с Ютуба, я помню его. И ребята заходят в сумрачную зону, смотрите. Смотри, как всех там. И тебя даже долбануло, отлично. Ну, чутка. Ладно, не буду. О, здесь очень жестоко, ребята, вы видите? Здесь падают камни. И всякие препятствия другие. Почему бы нет? Большая группа людей не может преодолеть первое препятствие. Наверное, в силу того, что слишком много людей на квадратный децибел, метр. 100 человек сейчас смотрит стрим. Я назвал это асфальтная кишка. Кто впереди? Дамир. Дамир, Watcher и Сосок. Сосок! Хохол летит. Так, сейчас будет, Антон, тихо. Я тут вообще ничего не делаю. Сейчас будет эпичность, просто проходи над ними, не надо никуда. Тут, кстати, даже головами сядет. Кто это? Russian... Russian... Вова. Russian Вова. Лидер. Так, они доходят до такого строения, напоминающего... Напоминает Mars Attack, знаешь, такие инопланетяне, которые с большой головой и с ртом. Вот похоже. Трещак, пожалуйста. Антон, пожалуйста. Мне вернуться? Да. Уху, смотри. Уху, меня тоже убило слегка. Нет, не убило. О, его засыпало. Ладно. Человек дернул рычаг, и его засыпало почти. Вот, лидер. Лидеры вот два. Wild Blazer и Russian Вова. Двигаемся чуть-чуть наверх. Они находятся в комнате. Здесь им ничего не поделать или им нужно запрыгнуть? Запрыгнуть? Да. На смекалочку. Запрыгнуть на
Да, только им не запрыгнуть нужно. Подожди, пусть хотя бы ребята подвинутся тоже. Вот, еще Watcher пришел. Сейчас они немного по... О, нашел лазейку, смотри. Да. Все, ребята. Они поняли, что это веревки. Классический хардкор. Хардкорыч. Первый этап, я даже сказал, первый задроти. Да. Оу, мама мия. А там точки спаума-то не было? Была. Так, люди помирают на этом испытании. Наконец-то. Хоть это встретило какое-то сопротивление. Я просил тебя всегда сделать очень легко, но тут оказалось, что слишком легко. Зариэль подтянулся, смотри. Ягодица. Золотая ягодица. Почему бы не такой ник, верно? Да, у нас... Why not? Ой, кто-то еще первое испытание не может пройти, тот еще. Мы смотрим. Да. Пока опять они коленка золотая это. Так, кто еще не дошел до этапа хорошенького такого? Хорошенького. Это самый для меня хардкорный этап, даже если честно. Ну, когда выйдет тишок, сразу же будет сервер 24-часовой, по крайней мере, этот месяц. Надеюсь, сервер будет. И он будет, как он, ПВЕ. Дошел. А пока у нас здесь вот люди под водой ходят, выживают как-то. Уже очень много. Смотри, много у него на хвосте. Ну, я потом буду смотреть вагонетки, когда общая масса людей переберется туда. Не убили Кенни. Ну, сейчас много Кенни. Любила поиграть с магом? А, там маг появился какой-то? С магмой. А, с магмой. С магом. Ух, тра-ля-ля, эти маги. Ну, трое человек, по-моему. Дамир, Киллер Килл, Вочер, Азриэль подгреб. Пока лидер и староста, Сосок 228, находится на предыдущем этапе. Всем фанатам прошу успокоиться. Он всегда так делает. Раздает хедшоты где-то, когда все устанут. Он сейчас специально поддается. Да, я буду заново проходить Террарию 1.3 буквально с гладенькой, чистой карты. Попкой. И ей тоже. Да. Ребята заезжают в лаву, да, я вот не решил немножко отвлекаю их зоркий ум в преодолении столь важного для них препятствия. Что у нас тут? Тут у нас 4 человека прыгают и бегают. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, ну около 10-15 человек на предыдущем этапе. Есть двое в том красном кубе. Молодцы, молодцы серверодержатели. Не зря деньги зарабатывают. Так, а что нужно ребятам сделать? Им нужно ехать вот тут, а потом допрыгнуть сюда куда-то. Вот, тут Азриэль сейчас тусит булки. Смекает. Разъехать. Свою. Так, он едет сюда. Не в такой сложном месте застрял. Вот так. Вот так вот, сейчас Сейк показал, вы это видели. Все не так уж важно. Нет, мне не так уж важно. Ну, вот тут ребята уже наяривают на вагонетках, подтянулись. Кто-то бежит по миру. Киллер Килл. Киллер Килл. Киллер Килл, Киллер Килл. Так, нужно прочитать табличку. Что там написано, дружок? Здесь написано. Пошел назад. Сосок конфирмит написано. Здесь написано сосок конфирмит. Что-то он пошел назад. А почему он пошел назад? Я не знаю. Ну ладно. Он, видимо, догадался, что там это не очень хорошо. Что его там пукам подождет. Так, он поехал дальше, отлично. И куда так. Он дальше прыгнет, наверное? Да, куда идти-то странно вообще. Куда идти-то? Ну там дальше может быть что-то. Куда идти-то вообще без понятия. Ну, сейчас самое интересное будет. Это ведь вот сюда, правильно, бумс. И заново с ребятами прыгать. Да нормально я отношусь к школьникам. Почти все, с кем я общаюсь, школьники. Ну да, согласен. Чушь уж поделаешь. Я сам школьник в душе. Притом школьник — это вещь нарицательная. Это дух. Можно быть 40-летним мужиком. Дошел, и это но все равно быть вещь. Школьником. О, да, она дернула. А, не там она стояла. Но тут зато сосок нарисован. Вы видите? Да. Ох, тут много препятствий всяческих. Тут это гора. Игорь, голодный Игорь. Да, это Юхтус, между прочим. За тобой смотрит вся вселенная. Ну, на самом деле, не вся, всего 100 человек. Это много. Это много. Террария же ведь не так популярна, как Майнкрафт или что-то такое, да? Ну, не знаю, 12 миллионов копий. А где они все? Где они, я вас спрашиваю? Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Надеюсь, ты счастлив. Азериль не понимает, куда идти.
Он поднимается в башню соска великого и могу. А где сосок? Вот, вижу, на вагонетке. Работает сосок в деле. Вот я не рассказал про эту комнатку, сейчас я буду про нее рассказывать. Здесь такая комнатка есть, куда ребята попадают после вагонеток. О, Зриэль в комнатке. О, да. А, все, он открыл, тут открыт проход уже, тут не нужно ничего искать. Цель этой комнатки была найти выключатель, рычаг, здесь их много. Вот, я прошел, блин. Короче. Никто не может на финальном испытании пройти. Лидеры прыгают на вот этой дорожке с... О, это был Зриэль? Здесь стоял Зриэль. Возможно, он пролетал мимо и поэтому зацепился. Скажу честно, тем, кто вот тут на вагонетке прыгает. Где выход? С вагонеток не нужно катиться дальше вот сюда вот. Потому что там некуда. А нужно вот сюда вот, пум, спрыгнуть и телепортироваться благополучно. И Печкин, люблю апельсины. Вот так его зовут. Дамир, Золотая Нога, Кирилл Килл, да, ну я... В общем, вот они тут встали уже и сжигают свои тела бренные перед финишем. Тан-тан-тан, про это событие, которое сейчас происходит. Ой, второй, смотри, сосок. Сосок. Как всегда. Вот это... Фанаты, ликуйте, одевайте свои майки лидеров. Классика жанра. Сосок опять дошел до финалистов. И финалист Киллер Кирилл. Киллер Килл. Вот какого... Кто-то из них вот должен прыгнуть. Мы смотрим внимательно за ними. Есть. Все, три финалиста. 24-12. Киллер Килл и Сосок 228. Двери закрываются, и мы едем в ад. Кирилл здесь заперт, а где еще кто-то? А, у каждого свой черный куб. Да. Смотрим. Та-дам! Каждый находится в своем черном кубе. Итак, ребята, это последний этап, предпоследний этап, в котором определится два финалиста, которые получат какие-то плюшки и прочие шлю. Ребят, пошли вперед. Где-то он тут бежит. О, камень катится. Без его головы, значит, он... это предфинал. Значит, он счастливчик. Кирилл Килл. Ну, ничего страшного. Сосок первый. Значит, первый финалист — Сосок! 228. Все фанаты обнимают трусики. А подожди, они все умерли, их нужно тпшнуть заново. Все фанаты умерли. Все фанаты скидывают свои трусики. А Кирилл вот тут гонит. Ой, скажи, когда он прибежит, если прибежит. О, все, Кирилл проиграл. Да. Значит, финалист — это Сосок 228 и 24-12. Такие вот ребята у нас в финале. Вот они, финальные испытания. Даже я не видел их. Да, короче... В правом углу у нас Сосок 228. В левом же у нас 2-4-12. У всех по здоровью 2-2-8. Сейчас Сейк скажет, в чем суть. Ну, они сейчас тупо будут догадываться. Это, по сути, мини-игра. Более чем. Давайте тоже разбираться, что Сейк напридумывал. Тут наркомания очень, так. Знаешь, очень все в глазах разбегается и рябит. Прыгаешь, прыгнул сюда, прыгнул туда, вот и вся борода. Это надо выключатель дернуть. Это гениально. Только да, выключатель спрятан. Ну, ребята, кто-нибудь найдет? Ну, алло, чувак, ты меня это что, вот, троллишь? По-моему, Сосок нашел. Выключатель он нашел. Так, осталось нашел. Только дотянуться до него. You can do it, boy! Да, тебе надо в другую сторону прыгать, вот честно скажу. Чувак, не до этого. 2-4-12. Ищи выключатель. Выключатель найди, пожалуйста. Да. По всей карте. О, он увидел тоже. О, он нажал. Нажал с первого раза. О, Сосок тоже нажал. Слушай, смотри. Сейчас будет так же. Когда поползет улитка? Сейк! Да, блин, когда не нажмут, что виноват, что ли? А, они еще не все нажали? Этот же нажал. Ничего не нажали. Подожди, нажал этот. Сейчас нажали на блоки, чтобы они активировали. А, мы ждем, когда ребята залезут и активируют вот эти вот выключатели эфира в виде кек, чтобы запустить свою улитку. Но они, похоже, пока не могут. Они активировали блок на стене, чтобы запрыгнуть выше. Ну как туда запрыгнуть, хрен знает. Ты знаешь, Сейк? Знаю. У тебя это получалось, когда ты строил это в аду? Да. Сатана над тобой издевался, но ты придумал не с это. Раза, как... Так, Сосок открыл все. В четвертых голодных играх побеждает Сосок 228. Бессменный король. Тыры-пыры. Никто его не может обойти. Я вас уверяю, это не проплачено. Просто он правда хорош. Это были голодные игры в задроте 4. Спасибо всем, кто был, кто не читерил. Спасибо, Сейк, что ты построил столь прекрасные испытания. Столь сатанические. И пока-пока, ребята. Хорошего вам вечера и, блин, расслабляться. Говорят, скоро будет тепло, если у вас уже не тепло. Пока!